Ребят, сегодня 16 февраля, очень коротенькое видео вам снимаю. Наконец-таки я продал свою вот эту вот подъемник механический. Вот я его продал сегодня. Стоит он. Кристина, а сколько он? 1795 или 725, да, что-то такое? 750. Вот Кристинка говорит, 1850 стоил, когда, если бы он новый, но он абсолютно новый, как бы если в магазине будете покупать, 1850, друзья. Будет стоить $1850. Это такая штука, которая вот так вот становится. Она вот, вот здесь становится вот так вот вертикально. Вот так вертикально. И вот так она согнутая. А потом она вот так дрынь и вот так раскладывается. Дрынь поднимается. Раскладывается вот так. И вы можете закатывать бочки, мотоциклы, что угодно. Тяжелые грузы заталкивать. Затолкнули и вот так раз ее и подняли. И все. Я ее продал, Кристинка ее продала за $400. Так, 1850, по-моему, да, я говорил. $400 человек во Фредериксбурге нашел нас по объявлению. Говорит, давайте я заберу за 400. Мы ставили 600, за 400 даем. Вот здесь на таком сторидже она хранилась. Сколько мы оплачивали? $50 в месяц, да? Короче, $54, по-моему, пару месяцев мы оплатили. И через пару месяцев, то ли пару месяцев, то ли один месяц, я не помню, друзья. То ли два месяца, то ли один месяц. По-моему, что-то в районе двух месяцев. И все, мы продали ее за 400. И очень довольны. Ну а что, или выбрасывать ее? Или лучше за 400 мы ее продали. Даже если мы два раза по 50 проплатили. Потеряли $100. То все равно мы сейчас ее за 400 продали. Пускай $100 два раза по 50 отдали за хранение на складе. Все равно 300 осталось. Вот там конторка. Заключайте договор. Здесь электрическая подстанция небольшая. Там жилые дома. Вот. И вот так вот мы... все сделали, друзья. Все, поеду сейчас во Фредериксбург и отдам. Чуть-чуть хоть будет денежка. Все, отличная погода. Снежный шторм Юрий вроде как уходит от нас, друзья. Урий. Вроде как уходит. Плюс 7 градусов на улице. Вот так выгляжу. Всем привет, всех рад видеть, друзья. Все, поехали. Кристинка со мной. Поедем, отдадим. Все, пока-пока, друзья.